Тоха, можно линию наращивать? Йо, хорошо. Прибежал мой брат, ну, горит квартира, ну, слышим, что в ванной скулит собак. Я не могу рассказывать. Да ничего, ничего. Ну, хорошо. Ну, там весь черный, дым. Голый. Голый, в трусах и в майке. Дыма полно. Ну, дай воды. Дали воды. А сами не можем ничего понять. Потом весь дым, этот же, все в квартиру, все этажи, все в дыму. Он куда-то убежал вниз. А потом принес мне собаку уже такую. Как... с отравлением. Скулила, спасла, видно, его разбудила. И он, Мишка, аж бегал по всему подъезду, тогда звонил людям в дверь, кричал пожар, вызвали пожарных. Они его одели, дали ему. И люди с первого этажа вызвали скорую, пожарных тоже, звонили туда неоднократно. Иногда видим, иногда берем ходить гулять. Даже вот домофон и тут отправится. Видите? Ну, так ты же хочешь болеть, я не хочу болеть. А у нас даже, видите, как все вот. Так куда? Ну как, вот видите, где же, даже здесь сгорело. А человек спал там.